Посмотрите, так выглядит пляж. Людей не так уж много здесь. Погода то солнечная, то облачная. Вот такой район я вам еще не показывала его. Варят кукурузу. Очень много людей. Вот сейчас начали собираться. Пальмочки возле берега, зазывалы. Моему мужу не понравился этот берег, так что мы идем дальше. Немножко ветер такой хороший, прохладный. Смотрите, вот детки и не детки. Такая красота. Прям, представляете, жить возле моря, какой кайф. Кафе рядом. Такое красивое кафе. А мы идем вперед. Не хочу людей сейчас снимать, чтобы они на меня не накричали. Вот мы хорошие на море. Видите, как переполнено все много людей. Здесь более-менее посвободнее. Море сегодня не такое спокойное и не такое оно такого красивого лазурного цвета. Дома рядом расположены и большие ситы. В каждом сите бассейны есть. Но этот район, посмотрите, пляж не такой чистый, поэтому мы не любим сюда приходить. Но просто не подумала я, что здесь будет так грязно. Здесь мусор есть, вот собачка. И я миролюбивый человек. Не люблю говорить о политике, о национальном вопросе, но очень много беженцев из Сирии, и поэтому люди, местное население, не любят ходить на эти пляжи. Здесь в основном вот такой контингент собираются. Все уезжают подальше, и вот я обязательно сниму видео и покажу вам красивые районы и красивые пляжи. Посмотрите, что у меня с ногой. Море меня как кинуло, а тут вот нехорошее такое море внутри. Есть камни, и они в ракушках все. Вышла вот такая пораненная, и рука, и нога еще там, посмотрите. Поэтому вот мой муж бурчит, почему ты пришла сюда. Но я хотела показать вам побыстрее окунуться в море. И в общем, вот такие вот дела, травма, травма. Многие из вас сейчас подумают, какого я поперлась сюда. Но знаете, что я хотела вам показать? И прелести, и плюсы, и минусы в Турции. Не только я не хочу врать и хочу говорить, доносить до вас только правду, что есть такие пляжи, есть и хорошие пляжи. И приходится на собственном опыте это все испробовать, как говорится. И просто здесь вот такие скалы, они покрытые ракушками, поэтому вот такая вот у меня ситуация произошла, травма. Ну ничего, смотрите, вот как сирийские женщины купаются в одежде. Но чтобы вам это показать, мне нужно было сюда попасть, поэтому я сейчас как папарацци сижу, травмированный папарацци. Снимаю.
Мой муж увидел мою ногу и не перехотел заходить. Рыбаки рядом, дети, песок, видите, здесь песчаный пляж. У нас в Батуми каменистый. Смотрите, как они резвятся. Такие счастливые. Мне кажется, некоторые из них даже живут на море. Палатки устраивают и все. Держатся в Турции около 5 лет. Им очень понравилось в Турции. Мне кажется, и везде. Море сегодня такое беспокойное. Не захотел пойти прямо, увидел мою травму. Обошел, посмотрите. Солнце то заходит, то выходит. Все. Море здесь мелкое, вот надо идти. Но в нашем районе, вот Мезитли, здесь это район соли. В нашем районе вообще идти очень долго надо. А здесь вот более-менее, ну, заходишь через 50 метров, а там надо 100 метров, чтобы ты полностью погрузилась в воду. Такой вот пляж. 2 звезды, я его назову. Мужчины купаются тут, в чем попало, в чем ходят. Не только женщины. Они идут прямо туда, где эти скалы. Я бы им не советовала. Посмотрите, как резвятся сирийские женщины. Как мужья их любят, посмотрите. Ну, кто запустил тычку? Не заснять для вас вот таких кошечек. Посмотрите, сколько их. И собачки на них внимания не обращают. А я вам сейчас покажу кошкин дом. Посмотрите, приходят люди, кормят их. Все ухаживают, все любят животных. Никто не обижает. И собачки, и кошки, все вместе. Собачка сейчас вышла. Вот посмотрите, все кормят их. Они здесь как хозяева. И там их полно. Видите? В общем, вот такие вот люди добрые в Турции. Так выглядит пляж вот с другой стороны. Бунгало. Ну, все переполнено. В общем, я так решила для себя, что это пляж не для туристов. Хотя здесь есть. Это для местного населения. Потому что вам здесь точно не понравится. Как и мне не понравился. Такое сито, где здесь говорят, берут, снимают аренду. И вот здесь внутри есть и бассейн, и все. Люди уже не выходят.
на море, а именно купаются в бассейне. Волейбольных площадок здесь много. Местные таланты. Я вам демонстрирую протяженность всего пляжа района Соли. Хочу, чтобы вы имели представление, друзья мои. Вот видите, здесь вот кафе. Русская мелодия. Вы представляете? Как приятно. Дома вдоль берега, вдоль набережной. Такие вот здесь кафе, и сами же местное население приходит, отдыхает вечером. Здесь более пустынный пляж. У нас сейчас начало 7 вечера. В общем, еще раз могу сказать, что мне этот район не понравился.